Решение жилищного вопроса в короткий срок – это возможно, убедились жители 4-го подъезда 7-го дома по улице Первомайской. Строение признано аварийным и включено в госпрограмму переселения граждан из аварийного жилфонда. Но недавно одной проблемой стало еще больше, и жильцам пришлось экстренно обратиться в администрацию, а администрации оперативно реагировать. Поступило обращение от жителей о появившейся трещине в подвале. Сразу было принято решение о вывозе людей из данного подъезда, потому что это было небезопасно. Поэтому все люди в тот же день были расселены по гостиницам, были обеспечены питанием. И за несколько дней было подобрано жилье. У Антона Норина приятные хлопоты. Из маленькой старой коммуналки, в которой он с супругой и двумя детьми прожили почти 10 лет, они переезжают в новую квартиру. Вот мы, в принципе, выехали с комнаты, загрузили. Сейчас едем на новое место жительства, на оранжерейную, дом 5. Ехать тут вот буквально минуты две. Мы очень рады, мы очень счастливы. Слава Богу за все, благодарим всех. Очень все быстро, мы даже не ожидали, так вообще здорово, спасибо. Старую мебель счастливое семейство решило не брать в новую жизнь, а необходимые вещи перевезти на своей машине. Хотя администрация и в этом вопросе оказала помощь всем жильцам аварийного подъезда. Красногорская городская служба предоставила 2 автомобиля для перевоза людей. Будут они сегодня работать целый день. И, возможно, если кто-то не успеет, да, что-то перевезти сегодня, возможно, они будут работать еще и завтра. И депутат Шадриков Илья Сергеевич предоставил сегодня 8 грузчиков для помощи людям в погрузке всех своих вещей. Вообще удобно. Первый этаж. 40 новых квадратных метров взамен старых 14. Квартира хоть и однокомнатная, но отдельная. И условия несравнимы, говорят новоселы. Коммунальная квартира – это коммунальная квартира. Так что мы как бы более чем довольны. Спасибо большое администрации. В понедельник позвонили, в субботу расселили. На выход из ситуации у красногорских властей ушло всего несколько дней. Новое жилье получили 11 семей. Одна переехала в Путинково, другая – в Изумрудные холмы. 9 квартир предоставлено в доме по улице Оранжерейной. В целом госпрограмма переселения граждан из аварийного жилфонда в Московской области рассчитана до 2025 года.